В Чувашии реализуется инвестиционный проект по созданию тепличного комплекса. Как идет строительство и когда планируют собрать первый урожай, выяснила наша съемочная группа. Этот проект масштабен во всех отношениях. 6,5 миллиардов рублей инвестиций, 22 гектара площадь будущего тепличного комплекса и более 280 рабочих мест. Огурцы и томаты будут выращивать в теплицах пятого поколения по уникальной технологии ультраклима. В год 15 тысяч тонн. Эта система хороша тем, что процесс роста растений, овощей полностью автоматизирован и не допускает ошибок. То есть, естественно, овощи растут в питательной среде максимально быстро. И хочется отметить скептикам, что будет максимально чистая продукция. Строительство начали в декабре прошлого года. Сейчас завершаются работы нулевого цикла. Вертикальная планировка, забивка свай и начинается первый этап. Производятся работы по устройству инженерных сетей, укрупнительная сборка. Параллельно, то есть постоянно идет завоз материалов, оборудования. То есть ведется укрупнительная, то есть подготовка для начала монтажных работ по энергоцентру. Укрупнительная сборка, то есть по металлоконструкциям, чтобы можно было в кратчайшие сроки было выполнить монтаж металлоконструкции самих теплиц. Работы идут с небольшим отставанием от графика, но генподрядчик обещает, в сроки уложится. К концу года здесь появятся 2 тепличных блока, рассадное отделение, энергоблок и сервисный центр. Тепличных комплексов такого уровня в России единицы. Основные работы в этом году на сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. По-другому говоря, в этом году на уровне где-то 70-75% в один год все работы будут выполнены. Этот проект не только для нас, он значим. Это проект значим для всей Российской Федерации, потому что на потребительском рынке дефицит овощей. Попробовать овощи с уникальных грядок можно будет к Новому году. Первую рассаду высадят уже осенью. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.